Сейчас мы попробуем эту курицу расфигарить. Может быть. Наверное. Вообще, конечно, не очень безопасная штука, я скажу. Чипсы. Красиво, конечно, получается, но это ценой чего? Это знаешь, как это, как iPhone бронирует. И еще вот это вот стекло постоянно, когда стакан здесь ставят, то чтобы я сказала. Ничего рассказать не могут. И ничего нету. А здесь что не скажешь? Есть? Есть. Да, Милан у нас самая долгая, все уже стоят, ждут. У Эдвина привычка здороваться, как будто это каждый раз новый ролик. Никак не может привыкнуть, да, что во влоге не надо в каждом моменте говорить. Да. Всем привет, с вами Эдвин, всем привет. Ну, мне на автомате. Только камеру. Всем привет, да. С вами Эдвин. Да, Эдвина поворачивает чуть-чуть уже в кадр. Всем привет. Сейчас собираемся поехать на день рождения. Идет процесс подготовки. Миланочка у нас никак не выяснит, что она хочет одевать. Давайте выходить. Да, Милан у нас самая долгая. Все уже стоят, ждут. Потому что вы снимаете. Да. Да вообще. Зимой-то, конечно. Нет, в смысле, там же смена обуви будет. Нормально, нормально. Ты-то хоть готов? Конечно. Хотя бы Эдвин готов. Ну, мужики сразу как бы одеваются. Они знают, что надо делать. А вот девушки могут еще что-то выбрать. Будь здорова. Будь здорова, Оля. Это было подтверждение. Все, сейчас, короче, заводим машину и поехали. Все, Миланочка, готова? Спустя 1000 лет, как там, приколюха же есть. 2 hours later. Да, именно. Вот так вот растут девчонки с самого детства. Это кто глаза покрасил, а? Что за красавица? Секрет хорошего настроения – это косметика. Все, давай, давай. Вон она у тебя валяется внизу, Милан. Нет, это она короткая. Длинную оденешь. Нам надо еще подарок купить. Да, подарок. Солнечный день. Я на прогулку выхожу. Вокруг один лед. Долбануться я могу. Сегодня, в общем, хороший такой солнечный, офигенный денек. Все тает, поют птички. Лето в разгаре. При том, что у нас февраль. Сейчас я пойду посмотрю, что у меня там с хамамом происходит. Процесс работы. Здесь вон все во льду. Какой слой льда. Тут тоже завал снега. Ничего с этим не поделать. Такая погода. Сейчас загружаемся и поехали. Все готовы. Стой, вот это готово, Милан? Положи его. Все, Миланочка купила подарок. Может, конфетки какие-нибудь еще? Или блокнотик вон? Мы сейчас опаздываем. Или он конфетки еще, Оль. Давай вон этой жвачки, может, какие-нибудь купим. Вот эти.
Вон прикольный лавэйс. Купим. Воздушный пластилин. Покажи. Сумка. Рюкзак. Не, ну так просто издалека. Рюкзак просто покажи. Все, пошли. Зашли тут хозтовары. Обычный, простейший такой магазинчик. Работает там женщина. Блин, вот таких продавцов нужно просто по всей России. Все прокомментирует, все расскажет. Чего не коснешься, все знает, блин. Да, рецепты скажут вообще. Все, вот мы научила. Там купили с Олей разные всякие штучки. Можно обзор делать. Да, дома приедем, наверное, обзорчик снимем. Но что нам понравилось? Такая чисто по-русски такая, все знает, блин. Заходишь в какой-нибудь гребаный супермаркет, ни хрена ничего не знают, ничего рассказать не могут. И ничего нету. А здесь что не скажешь? Есть, 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 это вот это, это вот так. Все, и семена нам продала, целую кучу всяких семян продала, все там рассказала, как посадить, что сделать, зачем, почему, силикон даже продала. Да. Вообще, вот это молодец. Даже тряпочку для протирать, вот все. Все есть. Да, все. Сейчас нам нужно подождать детей, потому что мы привезли их на праздник, день рождения. И нам нужно как-то убить время по-другому. Сейчас пойдем, может, где-нибудь посидим кофеечек. Или просто по торговому центру погуляем. Или просто на улице воздухом подышим. Ну, да, сейчас что-нибудь посмотрим. Как раз будет время. Все, пошли, короче. Пингвины, вон они. На шарике. Пингвины рулят. С Эдвином потусили. Эдвин больше просто посидел, наверное, да? Просто... Так как был детский сад. За сестренкой посмотрел. Ну, так, да, так-то если бы он танцевал, что. Пиццу захавал? Да, я там 5 штук съел. За всех, наверное, съел. А никто не ел, кстати. Ну все, пошлите. Ты повеселилась, Милан? Да, очень классно. Все нормально? Да. Ну все, тогда поехали домой. Дискотека века, да, Милан? Еще и на эскалаторе покатаешься, вот. Вообще прям аттракцион. Ну, аттракцион. Приехали мы домой. Сейчас посмотрим, подходит ли нам вот эта силиконовая штука. Я давно хотела эту штучку. Не, я думал, это как скатерть такая стрёмная, типа, будет. А это просто обычный силикон. Проблема у этого стола, то, что вот эти вот места, сюда постоянно засыпается какая-то грязь. И это неудобно чистить. А что ты сюда постелил и так раскатывал? Так она не раскатывается. Нет, ты положи сюда, наоборот. Наоборот. Как? Зачем ты так делаешь? Оно лепится с этой стороны? Нет, она с любой стороны будет лепиться, без разницы. Она просто сама по себе это. Да? Да? Нет, ты поставь, где тебе надо. Да. Все, я держу. Давай.
И еще вот это вот стекло постоянно, когда стакан здесь ставят, такой шум, у меня очень получается. Это что? Это он там чертила. Вот этот силикон продается 90 шириной или 80 или метр. Мы взяли метровую на 1,5 метра. Точно не помнили, сколько наш стол. Примерно, в общем, вот так. Можно будет отрезать. Да. Так-то ништяк тема. Это можно вот, вот так вот да. Растягивать, да? Только здесь везде почему-то вот эти вот ручки, да? Ручки-то вытереть. Угу. Это знаешь, как это? Как айфон бронирует. Да, закрывает стеклом. Что-то типа того получилось. Да, не классно. Только нужно будет тебе срезать, где нужно. Да. Ну вот где здесь дерево, оно не будет липнуть. Нужно будет вот так отрезать. Ну вот, наверное, надо вот этой полосы, да? Угу. И перевернуть сюда, потому что оно почему-то в эту сторону разгибается. Убрать? Вот, и так посимметричнее. Да? Так, нормальная штука. Вот эти стеклянные столы, красиво, все хорошо. Просто все супер, конечно. Но вы когда берете стакан стеклянный и ставите сюда, ладно, вы взрослый там, и если аккуратный человек, аккуратный. А если вы неаккуратный человек, и вы ребенок, то это происходит так, дам, по стеклу. И такое ощущение... Да. Вот разница, да, по шуму, вот смотрите. Как будто с эхом. Да. И здесь, в принципе, не сломаешь и не поцарапаешь. Я вот эти вот салфетки сюда всякие покупала разные, все это не очень. Вот такую штуку классно. Да, просто покупаете вот такую штуку. Угу. Ну пусть лежит, не... просто нарежешь, да и все, пока дизайн пусть лежит. Не меняет. Сейчас мы тут с Олей хотим попробовать то, что она закупила. Давай, наверное, поставим. У нас есть тут вот такие вот штуки. Вот он. Что у нас из этого получится? Ставим яблоко. Так. Ну, да ставь, просто пробуй, да. И там нарисовано, что даже сердцевину нужно вот так вот типа убрать. Вот здесь, конечно, тряпочку надо. Нет, она сделана так, что вот это достань сверху, ложи и дави. Вот эту штучку достань. А, слушай, может, надо было этой стороной, нет? Какой стороной? Нет, нет, это... Я знаю, какой стороной. На, дай я попробую. Вот эту штучку берешь. А, сверху, да? Да. Есть же этот фигедер. Ну нет, это больше, наверное, для картошки. Да, наверное. Ну вообще смысл интересный, да, такой? Да. Ну все, херня, если честно. Ну так можно, конечно, зачистить. А картошку давай посмотрим. Но так... В общем, ты вот эту согнул, что ли? Заморочка. Это можно руки, например, порезать. Да, она очень острая. Лучше так не делать. Так, и есть еще вот такая вот штукенца, которая... Вообще, конечно, не очень безопасная штука, я скажу. Детям такое лучше не давать. Но картошку можно, да? Такими штучками запечь. Нет. Она, знаешь, что, она вообще тупая тема вот эта. Если не заостренная. Качество. Это все качество говно называется. Вот. Угу. Знаете, чем отличается все-таки вот какая-то импортная техника и здесь вот СССРовская техника? Не вся, конечно. Есть много, что у нас очень круто, вот металл. Но когда наши пытаются сделать какие-то дизайнерские штуки, получается такое говнище, блин. Здесь умеют хорошо делать, например, там молоток, кувалду, лом,
какие-то печеньки, вафельки, где там выпекается олимпийский медвежонок, орешки. Вот такие тяжелые, здоровые, чугунные, литые вещи. Вот это в России, в СССР в целом делают очень хорошо. А вот такие вот пластмассовые говнецо оставьте китайцам. Они это очень хорошо делают. Тут вот, видишь, не подумали про безопасность, что руку можно порезать вообще. Угу. То, что здесь можно сорвать и руку тоже. Вот просто тупо порезаться можно. Очень опасная штука. Особенно, если это дети давать. Это нужно делать вот так. А когда китайцы это делают, они про это заранее думают, и такой фигни не будет. И тут острости нету, как бы, вот. Короче, херня. Не, ну красиво все равно. Ну, это, знаешь, как вот на один раз. Вот если должны прийти гости, ну, вот я и взяла. Ты вот такую штуку берешь и вот делаешь, потом порежешь руки, потом орешь, где у меня бинт лежит. Ну, что-то вот в таком формате. Зато у тебя получились вот такие вот яблоки. Ну, если только так. Вот моя бы воля, я сейчас прям это в мусорку бы выкинул. Очень опасная такая штука, прям очень. Детям вот это вообще не давали. А там еще есть огурчик, вот так делать. Ну, если только можно что-нибудь мягкое, конечно, огурчик или... Ну вот смотри, допустим, картошку вот так вот ровненько нарежу, да, а потом вот мне края нужно будет сделать. Вот, допустим, картошку. Ну, если картошку, например, и краешки, вот эти. Да, вот, допустим, вот. В принципе, можно вот, вот такие штучки сделать. Ну, можно, да, вот. Вот, я только для этого и взяла. Чипсы. Красиво, конечно, получается, но это ценой чего, конечно. Знаете что? Оля-то это все делает, а потом... Ну нет, не только Оля, вообще все женщины так, типа... Ой, ну, порезалась, ой, как так? Как это все было предсказуемо? Я нет, я аккуратно делаю. Да? Ладно. Вот так вот порежутся, а потом как так получилось? Не понимаю вообще. Если бы у меня было яблоко, я бы поделилась. Тут много яблок. Все, ребята, не покупайте такую фигню или... Да, или покупайте, только я советую взять это нормально, не такое. 180 рублей. Ну, или сами можете вырезать. Угу. Да, не забудьте еще написать, что эту штуку мы не помыли, яблоко нарезали, а я его съел. И вот только что сам про это подумал. Вот. Так что, если такие комментарии будут, то вы очень даже правы в этом. Еще есть вот такая штука. Ее тоже еще не мыли, но я вот на кусочке яблока проэкспериментирую. Что будет с яблоком, если его вот так вот расфигарить? Ну, это, конечно, не для яблока сделано. Короче. Давай. Еще одна брехня. Еще одна опасная штука. Ай. Как так получилось, да? Пальцы пробило. Да. Короче. Нет, для мяса нормально. У мяса, смотри, ну, возможно, просто чтобы она отбивалась. Это-то остается, а мясо, может быть, будет, да? Может быть. Наверное. У тебя есть там кусочек мяса? Ну, замороженное. Вот, сейчас попробуем. Сейчас, Оля, там есть кусочек. Курица лежит. Сейчас мы попробуем эту курицу расфигарить. Посмотрим, что из этого получится. Замаринованный такой кусочек подойдет? Да-да-да, давай. Давай сейчас я его расхреначу нафиг. Кусочек. Так, это нужно поставить, это... Давай я подержу. Должно получиться что-то. Дырочки. А, получается. Лёха, так, да? Вот это покупайте. 320 рублей стоит. О, ништяк так. Мясо этот напробивает, во. Ништяк, вот это я прям советую. Еще здесь сбоку есть вот эти мелкие, есть еще крупные. Можно вот так вот. Ну,
наверное. Нет, вот отбивные прям делают, смотри. И еще мелко есть. Смотри, стучится вот этот бок, получается, да? Вот этим. Да, вот этим, ну, в принципе, нормально. Лучше вот не портить, вот так только. Еще тут ништяк то, что видите, какая глубина. Не чуть-чуть, а прям, если у вас хороший такой стейк, прям нормальненько так пробьется. Только доска нужна такая, чтобы не жалко было ее пробивать. А так, вот это вот я одобряю. Тут везде пластик такой приятный, вот нормальный такой, пластик. Четкий. По безопасности, в принципе, тоже нормальный. И даже ребенок сможет вот это сделать. Вот просто бить, я думаю, каждый дурак может это делать. Так что вот это покупайте. Одобрено! Это не одобрено. Это просто куски какого-то металла кто-то где-то нашел и думает: о, дизайнерская штука, почему мне продать за 180 рублей? Там же еще в наборе вот такие штучки. Да, это уже всякая, короче, брехня. Это нам уже нафиг не нужно. Нет, огурчик делать вот этой штукой. Вырезать? Такие вот. А, завитушки? Да, вот. Вот видишь? Вот этой штукой, такой, да? Да. Круто. Нет, да? Ну. Ладно, попробуем потом. У нас есть огурцы сейчас? Есть. Да? Здесь были. Сейчас, где-то здесь были огурцы. Вот они. Да-да-да, вот. Что-то огурцов столько. Вырастешь и попробуешь.